По поводу эксплуатируемых кровель. Вот хороший пример, что лучше все-таки использовать нормальную двускатную кровлю, а не эксплуатируемую. Если делать эксплуатируемую кровлю, то нужно сразу предусматривать карнизы по периметру, выносы. Реальный фасад, я его уже показывал в другом ролике, с другой стороны, нормально, хорошо, качественно выполнен, сделан. Но есть эксплуатируемая кровля. Здесь сейчас заказчик принимает решение, чтобы сделать навес. Потому что, видите, приходится подмазывать. Все это дело течет. Разводы, грязь и так далее. Лед. Вот посмотрите. Вот подмазки. Правда, здесь, если сравнить со старыми фотографиями, вот эта вот часть, она была пристроена и утеплена позже. А так была открытая терраса внизу. Сейчас осталась открытая терраса наверху.